К слову, Росгвардия готова защитить не только врачей скорой помощи. Ведомства, пришедшие на смену внутренним войскам МВД, способны решать и более глобальные задачи. Например, обезвредить группу террористов. Как это происходит, МЧИ могли увидеть во время показательных выступлений в Парке Победы. Мероприятия прошли в преддверии празднования годовщины со дня основания войск 27 марта. Зрителям также показали технику, стоящую на вооружении. В самом ведомстве ждут значительного обновления материально-технической базы. На развитие Росгвардии из бюджета страны только в этом году будет выделено более 200 миллиардов рублей. На сегодняшний день мы проходим второй этап формирования подразделения Росгвардии. Если говорить про территориальное управление, то к концу года подразделение специального назначения, это отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования и авиационные отряды, они перейдут на военную службу.